Формовщики теста, продавцы кассиры, обвальщики мяса. В связи с расширением закрытое акционерное общество «Юнифуд» более привычное для нас, как сеть магазинов. «Алми», «Закрома» и «Спар» ищут новых сотрудников. В рамках очередного дня предприятия специалисты этой структуры стали главными спикерами мероприятия. Наша компания нуждается в работниках. Особенно мы испытываем потребность в работниках линейного персонала. Это продавцы, кассиры, контролеры, повара, кондитеры, обвальщики, изготовители полуфабрикатов, мужчики теста, специалисты также по приемке, грузчики, такие вакансии. Наш отдел кадров активно проводит работу по подбору персонала. Специалисты предприятия рассказали, как можно трудоустроиться к ним, на чем основываются гарантии рабочего, сколько длится отпуск. Плюс этих мероприятий еще и в том, что узнать любую необходимую информацию можно на месте из первых уст. Предприятия в рамках таких акций работают вместе с представителями Управления по труду, занятости и социальной защите, которые в отдельных случаях формируют заявки и готовят будущие кадры. Мы не просто приглашаем для трудоустройства. Существует так называемый промежуточный этап, когда человек получает профессию за счет службы занятости. То есть мы направляем на обучение, человек получает профессию, а наниматели, вот как сегодня, они готовы дать человеку возможность приема на работу без опыта работы, практики на предприятии и дальнейшего трудоустройства. Потому что не всегда человек, даже если имеет профессию, без опыта работы, он может трудоустроиться. Вот тут мы и сотрудничаем. То, что оно проходит, и можно спокойно прийти, посидеть, послушать, и, конечно, интересно. Интересно тем, кому нужно это. Я думаю, вряд ли просто придет кто-то позевать, посмотреть. Следующий день предприятий пройдет под знаком «Анрекс». Крупная организация заинтересована в расширении кадрового потенциала.